Но мы воины, и наше дело сражаться. Мама, перекрести, мне пора собираться. Жить достойно, но точно не ради ротации. Уйти к героям, точно не ради овации. По колоколам, солнце по куполам. Снег в наше, я делю счастье напополам. Бури напополам, всем кто это заметит. Обустроили позиции антидроновыми, укрытиями. Пробовали гранаты без детонаторов. Все отлетело, ни одна не залетела в позицию. Единственное, массетью бы накрыть. Все, так все готово. Блять, я видел, начал записывать. Ну, короче, вот эта система наша лужная. Блядь. Это вода из лужи, вот там фильтр. И погнал пятишки набираться. Рыбки. Ребятки. Вот так, ну, короче. Будем пить теперь чай. Ну да, потекла, малыш. Прикольно. А вот это мы вчера пырнули к лесу. Нахуй. Бля, он еще ничего не выбилось.
Че, пацанчики, нормально там все? Да. Отечественной промышленности. Как доложили министру обороны Сергею Шойгу во время его визита на оборонное предприятие в Нижегородской области, наши оружейники многократно увеличили производство авиационных бомб ФАБ-500 и в два раза увеличили производство ФАБ-1500. Мало того, как сообщили на оборонном заводе, с февраля там расконсервировали производственные мощности, провели техническое перевооружение и модернизацию производства и начали выпускать 3-тонные авиабомбы ФАБ-3000. ФАБ-3000 – это одна из самых мощных авиабомб в мире. В ходе спецоперации наши военные уже успешно ее применяли при взятии Азовстали в Мариуполе. При ее взрыве в радиусе 30 метров уничтожаются все сооружения, а в радиусе 150 метров люди гарантированно получают контузию. Однако это были еще старые советские бомбы. Сейчас же при более современном производстве и установке на нее модуля планирования и коррекции ФАБ-3000 станет не только мощным, но еще и невероятно точным оружием. Благодаря возобновлению производства этой авиабомбы наши войска смогут еще быстрее сокрушить противника. Le pays qui fait peur à la Russie, c'est la France. Pourquoi? Parce que nous sommes le seul pays doté, comme on dit, et qui pouvons, nous, on peut détruire, et je le souhaite infiniment pas, détruire Saint-Pétersbourg, Moscou et quelques villes russes en 10 minutes. Et il le sait. C'est-à-dire que nous, même si l'Amérique s'en va, nous demeurons, nous, une capacité, c'est ce qu'a voulu le général de Gaulle depuis le début. Nous sommes, nous, une véritable menace. Ух ты, подлюка. Мама. О, полетел, еще один беспилотник. Гвардейская аэромобильная бригада, десантники, 54-я механизированная, созданная из 3 нацбатов. Нам противостоит Национальная гвардия Украины, территориальная оборона, наемники противостоят. По каким целям ударили ваши пивишки? По Милгоре, по путям отхода. По путям выхода, то есть откуда предварительно может подойти противник. В чем проблема? Это за кого? За птицу. На этом участке фронта он погиб. Поэтому этот снаряд лица нашей группы. От всех его боевых товарищей. Тяжело взлетало. Ну да. Ты снимаешь, малой? Да. Я подлетаю. Куда попал? Вот это попадание, да, твое? Да. Слушай, хорошо вообще попал. Черное тяжелое это? Это чужой малый, летит заряженный, вот такой же, как и наш. Либо камикадзе. Как готов будешь, дай команду, ладно, пожалуйста, мне. Все, плюс, работаю. Сейчас, 13 модель будет, 113 модель. Выстрел!
точное попадание. Все, хорош. Как ты видел, что точное попадание? Ну, во-первых, смотрю объектив. Там прямо видно было, что горизонталь. И я снаряд у меня шел сверху. И я его максимально уже накручивал, но сверху прямо точное попадание было. Что за позиция, куда били? Это у них там находятся глаза, основная точка, где откуда они рассматривают, видят, наблюдают, естественно. Сегодня ее уже гасили, да? Да, где-то, ну, 7 раз уже точное попадание было. Там, в принципе, уже от нее ничего не осталось. Сейчас уже, чисто уже добили только ее. Сейчас наши люди отрабатывают окоп наших противников. Один человек зашел, может быть, черный дым, граната. Заходит потихоньку. Да, я принял по балкону. Работаем мы. Прям в человека. Вот он. Ранен. Скорее всего. Не, нормально, встал. Там слышишь, то надо Игорьку позвонить. У него там часть. А. Где-то среди. А там военная часть. Там он вышка, вот та вот. Это снабжение. Алло. Алло. Я не слышно. Но тот тоже свистел так долго, блядь. Сначала вспышка такая, да? А вон еще дымит, слышишь? Где-то пуль или чугуев, или что-то туда, вот, смотри.